приветствует московский транспорт. Электробус следует по маршруту Т-21 до остановки метро Полежаевская. Следующая остановка – 4-я линия. Приятной поездки. Следующая остановка – причал. По требованию, для выхода на остановке нажмите кнопку на поручни. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную социальную или банковскую карту к валидатору. Убедитесь, что на экране загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Причал по требованию. Следующая остановка – 3-я линия. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендую не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Следующая остановка – Серебряный Бор. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай, сообщайте водителю. Серебряный Бор. Следующая остановка – водная станция «Круг».
Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную социальную или банковскую карту к валидатору. Убедитесь, что на экране загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Водная станция Круж. Следующая остановка – Хорошовский мост. Во время поездки держитесь за поручень. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Хорошовский мост. Следующая остановка – живописная улица, храм Живоначальной Троицы. Живописная улица, храм Живоначальной Троицы. Следующая остановка – проспект Маршала Жукова, дом 59. Проспект Маршала Жукова, дом 59.
Следующая остановка – улица Генерала Глаголева. Следующая остановка – бульвар генерала Карбышева. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Следующая остановка – метро «Народное ополчение». При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Метро «Народное ополчение». Следующая остановка – улица Демьяна Бедного. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную социальную или банковскую карту к валидатору. Убедитесь, что на экране загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы.
уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Демьяна Бедного. Следующая остановка – проспект маршала Жукова, дом 14. Во время поездки держите за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Проспект маршала Жукова, дом 14. Следующая остановка – сквер маршала Жукова. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Сквер маршала Жукова. Следующая остановка – МЦК Хорошова. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю.
ЦК Хорошова. Следующая остановка – улица Зорге. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную социальную или банковскую карту к валидатору. Убедитесь, что на экране загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Зорге. Следующая остановка – метро Полежаевская, конечная. Метро Полежаевская, конечная. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Всего вам доброго.